Мне как бы хочется спросить жителей города Окуловки. В частности, здесь вот есть такая улица, улица Майорова. Потом там улица Труда. Здесь, видимо, асфальт был когда-то. Здесь яма на яме. А что спросить хочется? А чё никто, блин, не жалуется? Всех устраивает, что ли, получается? Вот такие улицы разбиты. Каждый ездит по этим улицам. И всех все устраивает. То есть получается, что вот, блин, вот на этой улице, вот эти вот колдобины, машина едет еле-еле. И всех устраивает. Я о чем пытаюсь спросить? Какого хрена никто не жалуется, блин? Вопрос к администрации, блин. Вы когда здесь выровняете дорогу-то хотя бы, по крайней мере? Чего я должен ломать машину-то свою? Еще раз повторяю, улица Майорова. Здесь, блин, сколько это времени творится-то? Безобразие это будет это. Яма на яме, елки зеленые. Вопрос ГИБДД. Почему вас ничего не интересует? Чего никто вообще делать-то ничего не хочет? Я не пойму никак в этом городе. Одну улицу сделали, остальные, ну заградируйте вы тогда, по крайней мере, ездите, градируйте бесконечно, пока асфальт не будет положен, не сделан. Чего я должен по этим ямам-то ездить?